Всем здравствуйте. Давайте сейчас мы посмотрим тайный поклонник. Да, ваш тайный поклонник. Сегодня ветер такой, ну, думаю, будет слышно. Тайный поклонник. Кто он? Посмотрите, здесь идет человек грамотный, начитанный, знающий, понимающий. Он очень много читает или же следит за вами и может как-то читать то, что вы пишете. Либо, знаете, идет такая информация, что у него может быть или же два образования, или же две работы. Но мне идет, что к нему прислушиваются люди, да, к нему прислушиваются люди. Он однозначно имеет какую-то должность. Может быть, опять же, да, работает на какой-то должности, что-то имеет в жизни, какой-то статус. Но он пишет, он что-то пишет, он много пишет, и он как-то наблюдает за вами, то есть, да, и он может давать советы другим людям. Может быть, просто человек, который любит давать советы другим людям, знаете, ну, такое бывает, прям вот любит давать советы другим людям. И здесь, возможно, у него есть какая-то информация, или же он хранит какие-то фотографии, вот. Но к нему однозначно прислушиваются люди. То есть, да, он может вещать, что-то говорить, определенно рассказывать, да. Вот. Здесь может даже быть, как у кого-то врач наблюдает, да, или человек, который может как-то помогать людям, может быть и не врач, потому что не только у нас, да, врачи помогают, вот. Но возле него постоянно люди. Смотрите, он наблюдает за вами, куда вы ходите, где вы гуляете, то есть что вы делаете, что вы выкладываете. То есть, да, вот вы идете, и он такой более начитанный, да. Я не говорю сейчас, что вы глупая, вот, но просто он видит, что вы где-то отдыхаете, вы гуляете, вы куда-то выходите. Ну, то есть этот человек интересуется вами, куда вы ходите, где вы гуляете, то есть, да, с кем вы гуляете. Возможно, даже где-то в компании о вас разговаривает. Ну, смотрите, тут еще тема может проигрываться и любовного треугольника. Может, это наблюдает за вами и мужчина, который не свободный сейчас, но несчастлив, допустим, в браке. Угу. Но тут наблюдение, он считает вас такой веселой женщиной, но опять же наблюдение, где вы, как вы, с кем вы, вот именно, знаете, в какие места вы ходите. Тут даже может как-то скрыто следить, вот может быть с каких-то других номеров, может быть у вас нету, допустим, его номера, а у него есть, или сейчас, знаете, как делают, скрывают свои номера, чтобы посмотреть статусы, да, вот такие вот есть люди. И ему тяжело это дается почему-то. Когда он за вами следит, ему это тяжело дается. То есть, да, как-то тяжело, почему-то тяжело. Или же когда он наблюдает после этого тяжело, да, допустим, ему это все дается. И он как-то вот углубляется в свою какую-то боль. Потому что тяжело вот следит, и после слежки тяжело. Какое-то вот послевкусие есть. Он следит, сразу вышел мужчина, начитанный, такой грамотный. Может, знаете, еще любит красиво говорить. Да, любит красиво говорить, он следит за вами. Где-то, возможно, спрашивает в каких-то компаниях у вас, да, наблюдает. Это точно наблюдает. Ну, не вживую. Вот, где-то в интернете, где-то по интернету, по перепискам. Ну, вы, может быть, раньше с ним и общались, но ему тяжело сейчас следить за вами. Ну, тяжело в каком плане? Принимать информацию, скорее всего, тяжело. Ну, конечно, блядь, у меня тут все карты пизду падают. Он за вами может, кстати, и не то что наблюдать и хотеть приехать к вам еще. Возможно, и такое. Да, то есть человек хотел или же хочет к вам приехать, потому что здесь и торопится, и... Но опять же,
человек, скорее всего, не свободен, либо же вы общались в прошлом, и сейчас у вас книга закрытая. А может, и ушли вы от любовного треугольника, потому что не захотели, да, себя унижать. И ушли. Еще может быть такая ситуация, что он наблюдает. Или же, если у него есть знакомые, которые находятся рядом, там, где вы живете, что у вас там в окне, вот именно окно, вот если он знает, конечно, это для тех, если знает, где вы живете, это сейчас для тех, да, вот именно свет горит, не горит, что у вас, как вы дома, не дома, что-то такое еще вот идет, как связано с окном, с домом, с дверью, но это для тех, если он знал, допустим, или же знает, где вы живете, именно там ваш адрес, где вы находитесь и так далее. Тут у нас еще мужчина выходит, не один вышел поклонник, ну, те люди, да, которые интересуются. Другой вышел, может быть, водной стихии, постоянно находится где-то в дороге, постоянно в движении. Он активный, он постоянно куда-то ездит, у него белая машина. Он может выпивать, он вот постоянно куда-то ездит, он не сидит на месте, может быть, из города в город. Но знаете, такой несерьезный тут вышел парень. Ему лет, ну, 30, может, 33-34, вот так вот. Вы знаете, не семьянин. Я бы не сказала, что он семьянин, не семьянин. Он куда-то будет постоянно ездить и ездить сейчас, срывается с мест. Может быть, ну, я не знаю, работа такая. Но, опять же, не будет находиться около семьи никогда. Будет постоянно срываться, постоянно он в каком-то движении находится. Его никогда не уловить. То есть, где он сидит, ну, где он сейчас едет. Опять же, может, человек, который работает там, я не знаю, ну, может, водителя, может, что-то, какие-то перевозки. Может, и такси так тоже отыгрывается. Но человек постоянно в движении, вы его никогда не уловите. И вот этот человек тоже как бы вами интересуется, раз он вышел тут. Но он как-то не показывает себя. Себя он не показывает, или же прячется он. Но он в какой-то бедности, и духовно, и морально, ему нужны деньги. Вот, то есть ему нужны деньги, он постоянно как прячется, что ли, или же не показывает вам себя, или же не идет на контакт, не идет на разговор. Но у него сейчас какая-то вот карта бедности. Может быть, духовно ему тяжело, допустим, находиться без вас. Ну, у него мелкие какие-то ресурсы, он считает, что вы зарабатываете больше. А возможно, и за деньгами, кстати, вашими еще и следит он, да. Возможно, тут следит и за вашими деньгами. Может, его интересуют и ваши деньги, он наблюдает, потому что сам он зарабатывает мало. Сам он не может заработать столько, сколько зарабатываете вы. И вот он следит, как за вашими деньгами. Думает, следит. Ну, тот человек, который давно с вами знаком. Думает, следит, наблюдает. Блядь, да кто ж торопится? Ну, к вам точно кто-то торопится. Думает, наблюдает он за вашими, скорее всего, деньгами. Тот человек, который давно за вами наблюдает и следит. Вот второй, который вышел.
это тот человек, который вас знает давно. И как-то следит за вашей победой, за успехами, за деньгами. Да. Ну вот тут у нас не только идут, и, конечно, мужчины, тут и женщины следят за вами. Я всегда говорила, что в раскладе может не только выходить тот человек, на которого мы смотрим. Тут какая-то женщина тоже следит за вами. И какие-то споры были у вас с ней, или же споры были, допустим, да. Да, были споры у вас с ней или же где-то в компании, но были споры определенно. И, скорее всего, вы водной стихии, вы эмоциональная, и она как-то что-то вот тоже как следит за вами. А может, и поклонница, может, не знаю, знакомая, подруга, сестра, с которой вы не общаетесь и сейчас. И вот такая карта, да, правосудия. То ли вместе с ее стороны, то ли же она считает, что сейчас все, что между вами сложилось, это несправедливо. Да, все. И какие-то споры. Вот идет такая информация, что она что-то где-то узнает за вас. И она оспаривает эту информацию. Или не хочет в нее верить, допустим, да. И, кстати, вот эта девушка, которая за вами наблюдает, про которую я сейчас говорю, может, конечно, работать, может, в органах что-то с этим связано, допустим, или юристом, что-то такое, да. Вот еще идет такая информация о том, что наблюдает за вами какой-то мужчина, прям вот такой вот в возрасте, да, но это идет больше как родственник, да, скорее всего, лет даже 55-60, вот он, я бы даже сказала, старичок какой-то наблюдает, и он меняет у вас свое мнение, или же он думает о том, что вот почему он думал, допустим, за вас так, а у вас сейчас все... Ну, вот так вот, иначе, по-другому, не так, как он думал. То есть здесь наблюдает за вами он, да, и кому-то что-то еще за вас пишет, за вашей легкостью наблюдает, да, за то, что, может быть, у вас получается легче, да, все вот не так, как он думал. То есть он тут наблюдает как-то за вашей какой-то легкостью, да, то есть то, что вы не в ограничениях, да, и он за вами наблюдает. Но он вот идет мне почему-то как какой-то родственник, который работает или в кабинете, или же вот у него сидячий образ жизни, или же сидящий образ работы, да, сейчас я посмотрю, а кто он вам, этот человек. Потому что у нас не только тут тайный поклонник вышел. Ну, конечно, да, вот родственник. Это родственные связи. То есть, да, тут какие-то родственные связи. Вот он наблюдает за вами. Может быть, даже и еще определенно с какими-то родственниками наблюдает. Тут родственные связи. Он видит, что у вас все как-то иначе складывается. Не так, а как бы он, допустим, там, ну, думал. Это родственные связи, как я и говорила. А зачем наблюдать? Ну, вот наблюдает за вами, что он видит у вас иначе
что складывается. Все для него это как-то остро, он это все принимает, и для него это как-то странно, возможно, да. Он видит вас какой-то скрытой дамой, какой-то, знаете, вот, разной. Какая-то, может, информация ему нужна за вас. Стол переговоров. Смотрите, но тут еще он, знаете, он может за вами наблюдать и кому-то докладывать еще какой-то женщине, и у них какой-то стол переговоров. Они что-то как-то разговаривают о вас. Зависть определенно, да, вот она вышла. Страхи, зависть. То есть, наблюдая за вами, у них идут какие-то страхи, зависть. Может быть, зависть к тому, что они не могут так, как вы, или... Ну да, так, как вы, скорее всего, не могут, или их... Ну, волнует, может быть, то, что как у вас это получается, но, скорее всего, в каких-то деньгах победа, да? Вот. В каких-то деньгах. Я еще говорю, что к вам кто-то спешит определенно. Неожиданно может кто-то, ну да, прийти, кто мужчина тут. Все еще карты спешки. А может быть, вы торопитесь куда-то ехать, да? Вот знаете, я бы не сказала, что есть какой-то определенный тайный поклонник, кроме того мужчины первого, который вышел. Тут есть еще и такие любознательные люди, такие вот, которые любят лезть, ну, интересуются другими жизнями, да, людей. Передвижение. Передвижение. Еще есть какая-то агрессия определенно, да, у людей, потому что они смотрят на ваше передвижение или же на вашу активность, да, и они видят, допустим, что вы, ну, справляетесь со своими какими-то обязанностями, да. Они могут быть и в работе эти обязанности, также они могут быть и в обычной повседневной жизни. И вот они видят на вас, что вы, да, с ними справляетесь, и у них идет какой-то, ну, не совсем, я бы сказала, хороший настрой, потому что здесь есть люди, которые именно, да, следят еще, да, эмоционально, эмоционируют. Могут и за личной жизнью следить. Еще тема может проходить в личной жизни, что вы, допустим, скрываете, не рассказываете, да, о личной жизни. Да, как может быть, что вы скрываете там двух мужчин, да, может кто-то вот думает. Еще женатые мужчины могут следить за вами. Кстати, если мужчины меня смотрят, ну, женщины замужние могут еще следить за вами. Вот так. Все, на этом я заканчиваю свой расклад. Кому нужна моя личная диагностика, можете обращаться ко мне на WhatsApp. Всем добра!